Всем здорово, ребятки, с вами Мистик Беляш и Ярчик, поздоровайтесь! Здорово! И мы продолжаем играть на Happy Land. В общем, ссылочка на него будет в описании, заходите, поиграйте вместе с нами на Techno Magic RPG в сервере. И нам тут какого-то хрена, во-первых, понадарили подарков. Смотрите, это подарок от Evans, это подарок от игроков, наверное, в целом. И это подарок от City Rex, что-то там, D. Давайте посмотрим, что в первом есть. А мы точно брать будем? Просто это геймплей испортить. Ты думаешь? Да, а тут... Тут уже немного. Тут немного. Солнечная панель, которую мы делали, тут уже солнечная панель второго уровня, ребят. Так, 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 ты давай. Кирку можно, кирку можно. Да, 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 да. Ты, я согласен, да, ничего не будем брать. Короче, ребята, это испортит геймплей, поэтому мы ничего не берем здесь абсолютно. Мне кажется, ноги стали пустыми. Все, ребята, это... Ничего не берем. Я пошел, ребята, ладно, до свидания, короче. Где-нибудь построюсь сам и буду развиваться один. Убьют и заберут серебро. Все, ребята, я вернулся к вам, ребята. Короче, с вами жить охрененно, поэтому я остаюсь с вами. Тут есть меч викинга, что? Да, да чего меня? Отлично. Ну и что? Вы не читали название, это даже кирка майнера, вы о чем, ребят? Кирка майнера? Иди сюда, Мистик, вот. Сейчас. Ну-ну-ну, вот он я, посмотри на меня, ну-ну-ну. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Это наша шахта, в которой мы купались. Они заходили в нашу шахту. Ну-ха, написано шахта. Ух ты ж, Мистик, привет от Эванса. А также от Анимейт и от маги. Чего? Лютого. Да ты же не бежишь себя! Привет от маги. Никитич. А, так потому что нужно убить вот этого говнюка. Ой, извините. Слава богу, я никого не ударил. Че мы? Давайте не будем пока что. Зачем ломаете? Короче, тут я смотрю, еще у нас ребятки понастроились. Не хочется превращать летсплей в деревню подписчиков, потому что она у нас уже есть, поэтому особо осматривать мы здесь ничего не будем, но так посмотрим. Идет стройка второго этажа. Прикольно, в принципе. Но люди тоже начинают вокруг нас обстраиваться. Так что, ребятки, заходите, места тут еще есть. Вокруг нас обстроиться где-то поблизости. Будем как-то, я не знаю, может, вместе друг другу помогать там что-то. Ну-ка, я могу чужие сундуки открыть? Нет, к сожалению, не могу. Вот это было бы, конечно, круто, наверное. Или нет. Я, кстати, блин, прикиньте, ребят, я когда зашел на сервер, первое, что я увидел, это то, что я умер. Да. Кто это сделал? Так что, ну да. Стой, смотри, возьми вот это. Возьми вот это. Нет, я здесь. Ё-моё, да задолбали. Ну, 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 ну. И вот это. Ярчик, идем табличку покажу. Вот, поняли, что будет с такими вопросами? Если кто-то задавать будет такой вопрос, у меня есть еще такой меч викинга. И будет ту-лю-лю. Чего посмотреть-то? Ну. Смотри, тут табличка изменила. Ну, Ярчику. Хорош. Ладно. А пошлите посмотрим. Ой-ой-ой. Так. В нашу лазь. Глоток энергетика. Посмотрели по сторонам. Что тут у нас есть? О! Медная руда. Я, кстати... Не прокопали. Да. Я такой человек, что я не могу... Я не могу пройти... Нет, вот только что я медную руду собрал. Алло, Алёшки. Что она никому не нужна. Эй! Ну чё? В смысле она никому не нужна? Она что, нужна для крафтов? Она же по-любому нужна. Что? Мультиинструмент как копает? Он копает один блок? Конечно, один блок. Эффективность 13, применение осталось 11999. Это просто, ну, намного количество, я так понял, ну, применений просто. Смотри, что? Деньги, я деньги. Деньги, нефть. Где деньги? Сейчас воды, как? Это нефть. Нефть, Мистик, нефть. Братан, мы богаты. Смотри, Мистик, у тебя вещи сгорели? Да! Ты что, дурак, блядь? Я его не скидывал. Чё за херня? А почему? Тебе вещи все сгорели, да? Погупался в деньгах. Почему? Ой. Вы прикиньте, я, короче, пишу. Телепортация к Беляшу. Мне не дают телепортироваться. Пишу, телепортация Яр, типа я, и мне телепортируюсь к Беляшу. А, погоди, вещи что реально? Да нет, там этот, должны быть же... Давай, спрыгни, проверь. Нет, нет, ну нет. Я думаю, они все сгорели. Взял он подарок. Ну, короче, да, вы же это, как раз вы говорили, вы же это, твою дивизию, я же реально солнечными панелями пошел, совсем, просто, совсем, идиот! Все, геймплей нормально пошел, ребят, без читинга. Ура, у нас не будет читинга. А где мои вещи, которые у меня были, когда, ну, я выходил с сервера, типа? Я их в сундук сложил все, там алмазная кирка, все это. А, да? У вас нет дома. Эй, алло, я выкину свою вещь, получается, все вещи выкину. Ради чего? Нам подписчик пришел, два. Ребята, я, конечно, понимаю, ну как мне это, вернуться домой? А, ты уже дома, красавчик, ё-моё. Я уже думал, я заблудился. Блин, я тебе написал не нижнее подчеркивание Ярчик, а плюс Ярчик. Мне дали дед просто. Так, хом можно поставить, да, здесь? Ребята, раздача на спавне. Я скриншот сделал, погодите.
Ой, ладно. Почти. ТП Ярчик. Это не та команда. Да я не ту команду сделал, прости. А, Homestead нужно писать. Вы мне это... Все, ваш дом успешно создал. Это, кстати, получается, ну, неплохо, как бы получается. Я смотрю, эти сундуки ни хер... Беляш. Я все да. видел, ты прям при мне положил писюн. Зачем ты это сделал? Это Ярчик. Ладно, я лишнее заберу. Убери писюн. Так, а где вот это было мое, да? Алмазная кирка, кирка нагибатора. А, майнера, ёба. Прочитал нагибатора, не знаю, ну ладно. Шляпа деда. Ой, шляпа деда, алло. Как я вам... Как я вам... Квест завершен. Кристалл истинного... Кварца. Я сложил мистик, сразу украл. Все ясно. А что такое? Нет, я ничего не украл. Чел бронированный идет, китчик. Ой, не китчик. Сок, как его читать? Он мне дал книгу, он думает, я буду читать. Тут какие-то... Мистик, почитай книгу. Мистик, посчитай, тут есть магические существа, я это скину. Ну, это же этот, как его, там крафт, правильно? Да. Дед знает моды. Тормозите, пацан просто знает моды. Вы что, думаете, я ничего не знаю? Я все знаю. Вот, основа создания жезлов. Смотрите, я напомню, на память сейчас, пацаны, вам произнесу. Так, жезл это самый жезл. Простой, но очень важный инструмент. Он нужен для создания объектов, активации магических блоков и множества других целей. Я делаю дробитель. Жесть, понятно? Конечно, я все помню. Я все очень хорошо помню. Наблюдальщики, правда, не помню пока что. Открыть их нужно сначала. Так, ладно. Какой у нас сегодня план на серию? Сделать дробитель и продолжить делать солнечную панель, потому что... Ребят, да, вы будете, короче, делать солнечную панель, а я немного, наверное, займусь домом, потому что, ну, что-то херня вы здесь пострадали. У нас вообще дом вообще не начат, считайте. Ничего тут не сделано. Вы, короче, Ярчик просто... Делает... Просто... Тормози, ты еще не доверяешь? Не доверяешь? Ярчик, пожалуйста, делай. Тись, дорогой. Не переживай, да. Если что, есть соседние деревни. В принципе, да, все можно будет устроить. Ладно, у меня есть, короче... Прикиньте, у меня есть две палочки, и я из них сейчас сделаю... Ничего я не сделаю, сейчас погодите. Я что-то не понял, что за херня? Почему я не могу сделать из двух палок и олова оловянную палку? Ой, этот... Да, все, сделал. Она из Tinker's Constructor вот этот не делается, а из... Да, вот этой всей херни вашей делается, короче. Ты что я потом делаю? Я начал делать дом! Мое задание, слышишь? Мне дали объект, все, я за этот объект получаю деньги. Если ты, конечно, хочешь, можешь мне помогать, но весь объект мой. Не приветствую, не прощаюсь. Так, не надо, ой. Ты фрик вообще, не делай так, фрик. You have a now in combat with Ярчик. Что ж ты наделал-то, Ярчик? С тобой in combat. Нужно, you are not, но... Все, мы с тобой больше не... Кого вернули? Алло! Преступники! Преступники зашли к нам, бейте! Нормально. А, реально, а что у него? О, реалмитовая лопата? Это кто дал? Опять ты. Это тип дал! Спасибо, брат! Никички! Ребят, мне нужен кремний. Нормально, если... Кстати, а... Да, сейчас напишу, кстати. Реально, можешь писать в чат. Ребятки. О, мистер один написал чат. Мне бы, на самом деле, броню. У нас с вами брони, по-моему, нету, да? Ну, Беляш шарит, да, за моды. Он нам сейчас скажет, как сделать крутую. Так, Беляш, на тебе броня? Да, я дробитель делаю. Брат, с тебя броня. Так дробитель надо сделать. Так дробитель, ну дробитель, дробителю рознь. Ну, в принципе, ладно, делай этот дробитель, хорошо. Если ты считаешь, что первым нужно сделать дробитель, я тебе, наверное, доверюсь, потому что я не шарю пока что здесь. Надо зарядить, мистик, мы солнечную панель должны в любом случае сделать. Понимаешь, я играл в Industrial Craft, какой-то год был, 12-й, по-моему. Ну, то есть, во-первых, воспоминаний, как бы, осталось с 19-го года не так уж и много. Люди стареют, люди забывают. Во-вторых, еще и, по-моему, там было, ну, наверное, какие-то обновления выходили, и по-любому я не все знаю. Не все даже знал бы, если бы я знал. Кто сделал? На броню сделал я. Я думал, ну, кто-то сделал. Можно сделать оружие сразу. Ой, блин, нужно еще ниже. Так, что мне нужно? Мне нужен кремний. У кого есть кремний, 3 штуки? Кремния вообще нет, у меня есть земля. Нужна? Мне нужен кремний. А ты земли не сделаешь? Нет. Ну какой же ты помощник там? А как в жизни получить кремний, кстати? Вот есть люди, хорошо, которые там из воды вино делают, а ты что делаешь из земли? А, люди. А кто? Я думал... Он что, не человек, что ли? Он что, животное, что ли? Ты охренел? Капец, я оставил. Давайте все, стоп. Во-первых, мы говорили только что про лагера, если что. Да. А лагер настоящее животное. Он вообще, он зверь просто, он зверь. Машина. Мой любимый братик, блин. Я, ребятки, до сих пор им пишу, кстати, вот табличка там, да, была, где лагерь. Давайте немножечко все-таки вам расскажу, что происходит, да. Я им пишу. Пишу где-то раз в неделю, в две, в три, в месяц, может, бывают перерывы. Да,
В год, да. Иногда вот 15 лет мы не общались, там 40 лет было, да, тоже пару раз. А ты что думал, мы старые, я же говорю. Не забывай, пожалуйста, давай, уясним просто. Я старый, он старый, все, нам по 90 тысяч лет. Ты не отрицал. Ну я, смотри, я с молодой же начал тусоваться, все, я теперь чувствую себя живым, молодым, короче. Алло. А у вас нету случая кирки, ой, какой этого, топорика, только хорошего топорика. Ну тогда что, мне опять оловянный или реалмитовый делать? Давай реалмитовый сделаю. Реалмит же недорогой. Наверное. Ну, типа, не его много добывал. Ну да, так что тогда я не буду стесняться из него делать, да? Жали же. Давай топор, плюс 5 к урону, эффективность 12, применение осталось 4000. Мне кажется, нормально. Да, на немного хватит. Да, я тогда пойду, короче, нам немного дерева насобираю. А вот это дерево можно срубить, интересно? О, можно, отлично. Смотри, как можно, Мистик, дай мне топорик. Ну-ка, что, сюрприз от Ярчик. Ну, они в эфире, суперприз от игрока. Ой, по имени Ярослав. У нас готов? Пол украли. Ну ты дебил. А что не сработало? У нас пола нет, ты тинкер-констракт думал. Я сделаю пол. Что ты делаешь? А, ладно. Понял. Я думал, ты мне пол ломаешь. Не надо ломать. Главное, пол мне не ломать. Ламинарь. А что, тут сразу все дерево не выпадает? Это, по-моему, не здесь было. На одном сервере было, я помню, когда там чел строил, сломал весь дом сисло. Да-да. Я это вспомнил, поэтому захотел сломать нам весь дом. У меня такое же тоже было, кстати. Даже, по-моему, в каком-то летсплее, не? Да, я что-то припоминаю, но это давно было. Чекайте, дробите. Мне выпала сырая резина. Нужна нам сырая резина, ёпта? Да. Уходите, сердце. Ты умер или что? В реальности причём сердце, инсульт, все нормально. Ты ёбаный паук! Вот люди! Ладно, все, я тут. А вещи мои где, алё? Ну там где-то умер. А вы их не забрали? Конечно, там выходили. Ребят, тут скины на солнечной панели есть, офигеть. Ну кто-то из вас забрал мои вещи, алё! Ярчик. Нету их. Ярчик, 100%. Ярчик, да, вещи мои? Да не было. Ну у меня только шапка деда и каменный топор, которого у меня даже не было. Что у тебя было? У меня был реалмитовый топор. Алмазная кирка. У меня есть топор из истинного кварца, но я думаю, это не твое. Где? А вот кирка валяется, чья? О, моя. А что дальше не поднимается ничего? Больше оно, понимаешь? А, это вот... Опа, не уверен. А, почему у меня кристаллы истинного кварца? Две штуки осталось. Было больше. Та-та-та-та-та. Нет, я ничего не скрафтил. Там, по-моему, 8 штук было, если не ошибаюсь. Но я часто ошибаюсь, поэтому я не буду утверждать этого. Ну ладно, в принципе... Песок. Пускай песок. У меня хотя бы такие, пожалуйста, вещи будут. А, я бы, конечно же, возможно, сделал бы тебе песок. Какой? Да ты уйдешь из дома с хлебом от нас. Не знаю. Сколько песка надо, Беляш? 3. Ну, что? Я угадал? Я просто рандомно сказал 3. Я думал, тебе там штук 100 нужно, типа, прям до хрена. А ты такой 3. И одновременно со мной еще. Жопа. Жопа. Я первый сказал. Я первый сказал. Тебя даже не слышно на видео, иди в жопу. Я шиза. Ты моя шиза. Я сейчас сам с собой разговариваю. Песка, блядь. Я на диете, нет, я этот фрукторианец. О, господи. Да, я фрикторианец, да. Я фрик просто, я фрикторианец. Извинись. Быстро извинись. Все быстро извинились. Вот Даня уже извинился. Ярчик. Ярчик. Ну, шиза моя извинилась. Ярчик, быстро извинись. У меня микрофон выключился. Не могу. Извинись. У него хапер... Все понятно. Все, ребята, ну вы видели, короче, кто у нас здесь предатели. Те, кто не извиняются, те предатели. Вот, поэтому все. Извинись. Дурак, ты запутался в трех соснах. Хочешь сосну? Ой, не понял. Дерева не хватило. Ребята, получается, сейчас я вам еще скажу, что у нас еще, получается, есть телеграм-канал, в котором я начал еще и постить свои разные кружочки. И недавно, короче, мы там хернюшку такую запускали. Если там соберется 200 лайков на одном моем кружке, то мы отправим коллекцию кружков, короче, которые у моего друга. Не соси меня, ну ты долбал. Подошел ко мне к микрофону и язык высунул. Это хочешь меня облизывать, дебил. Настоящий фрик. Фрик! Ну ладно. Ребятки, я надеюсь, вам понравится эта серия. Пока если что, это что так... Что мы успели сделать? Да, дробитель, вот. Дробитель. А он еще не готов? Он готов. Вот. Ну вот и все. Подписывайтесь на наши каналы, потому что ссылочка теперь и на Ярчика, и на Беляша тоже есть в описании. Можете перейти там, посмотреть. Вот. Также заходите на сервер. С вами были Мистик, Ярчик и Беляш. Всем удачи, на новых встреч. Пока. Пока.